Верховный суд удовлетворил иск по демонтажу частных построек на земельном участке рядом с церковью Спаса Преображения на Нередице. Церковь Спаса на Нередице стоит неподалеку от Рюрикова городища. Храм был возведен в конце XII века и на сегодняшний день является объектом охраны ЮНЕСКО. В 2014 году рядом начали возводиться частные постройки. Защитники древности стали добиваться их сноса, и в октябре 2015-го Новгородский районный суд постановил, что они появились на территории в обход закона, в охранной зоне и без археологических раскопок. После долгих споров владельцы здания начали его разбирать. Сейчас нет никаких сомнений, что эта зона должна остаться свободной от застройки и вернуться в земли так называемых сельхозназначений. Никаких поселений там быть рядом не может. Ну вот я сожалею, конечно, и сочувствую людям, которые вложили деньги, хотя они были предупреждены, что здесь рано или поздно вмешаются правоохранительные структуры и органы охраны памятников. Добавим, что, по словам Сергея Трояновского, в церкви постоянно ведутся реставрационные работы, а на территории найдены следы средневековых построек.